есть такая редкость, как S4. Наверное, второй в Монино стоит, а первый здесь стоит. Тройка. И Сиара там. А это вот четверка. Так что, ну, мрази какие-то написали. Не стирается. Ну, как говорится, мрази везде есть. Вот буквально был пример только что напротив. Для которых эта страна только кормушка. О, пацанвачек парик. Сложили. Не потеряйте куртки. Куртки не потеряйте, говорю. Наверное, один из четвертых стоит здесь, а второй в музее танковой техники. И все, больше их нету во всей стране. Вот видали? Самый известный танк. Броня крепка, и танки словно ветры. И старшина налил нам от души. Да немец бьет нас в лоб с 2 километров. А нам его лишь матом в лоб прошить. И новой краской зеленеют танки. Комбат-аборт за Сталина несет. Вот только жаль от вражеской болванки. Нас никакая надпись не спасет. Вы взглядом нас, ребята, проводите, чтоб рычаги давил на все на 100. Немытый черт, механик, свет, водитель, наш Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. И чтоб наводчик дьявол лупоглазый крутил быстрее свои маховики и по машинам вражеским не мазал, всем героизмом нашим вопреки. Из атаки выйти не задетым, а немца коль не задрожит рука. Коль попадет, так чтобы рикошетом, а коль пробьет, так сразу, что в БК. Ну вот и все, загрохотали траки, и лесокрай окутался огнем. А тот, кто будет жив после атаки, пусть остальных из кружки поменет. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты, своей отчизны верные сыны, верные сыны, верные сыны.